Двухстволка, револьвер, шляпа и две банки вазелина, как те идеи для ковбойского забега, напоминают набор для написания сценария фильма «Горбатая гора» чем-то. Пожалуй, я откажусь, спасибо. Я могу только в шляпе кричать на фоне гор. Там. Ты знаешь. Игорь, здорово. Евгений, здорово, спасибо. Блять! Так, и внутри еще двое. Ползает? А где он там может ползать? Что за нахрен? Где он ползать может? Снаружи, что ли? Или в подвале вообще? Стоит вас фонарем своим светит, видите? Ничего себе, ты живучий. Я тебе в голову настреливал, ты в курсе, друг? Да, вот она эсерка. А нет, не успел, видимо. Вот кто ложился, ёб вашу мать! Кстати, уровни смотрите какие. Приятные. Так, справа над нами один, еще кто-то слева по металлу топнул. Юсек. Это был металл?
Алло! Хэнде хох! По-моему, кто-то еще есть. Да. Он мне две гранаты кинул? А, не, она просто лаганула, походу. Я думал, он одним броском мне две грены кинул. Вы видели? Две грены в меня летело. Чел, блядь, иди, гуляй, а. Давай, открывай дверь, ёпта. Открывай, давай, давай. Возьмешь меня непредсказуемо, блядь. Нет? Да не мутный, он просто, блядь, стоит. Просто профессиональный игрок Таркова, блядь. На которого вот мы постоянно ругаемся, что это крыса. А челики в комментариях начинают ныть, типа, за почему ты называешь его крыса, блядь? Он же тебя слышит. Поэтому к тебе не идет, все просто. Конечно, слышит, блядь, если он сидит. Как же он меня не будет слышать-то? Я тоже его слышу, но я ж иду к нему. А, 19 уровень. Ладно, хоть 19, блин. Надо было текать парню, пока была возможность. Так он именно что, он не текал. Он именно хотел как бы меня убить. Наживиться на этом. Выдержки маловато, к 25-му левелу он с места не двинется, ну а к 40-му вообще станет камнем. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.